Нравится? А? Нравится? В Екатеринбурге на Эльмаше в одном из человейников на улице Старых Большевиков молодая жиличка уже несколько месяцев в контрах с соседями сверху, молодой семьей, которая, по словам девушки, шумит по ночам, а виновница соседской вражды – их совместная канализационная труба, по которой после 11 журчит вода из-за того, что соседи по вечерам моют кошачьи лотки, высыпают в унитаз наполнитель и гремят клетками. Барышня даже подозревает, что в квартире у соседей кошачий приют. И чтобы уснуть в тишине, жиличка стучит по стенке в туалете. Ответной реакции ожидать ей долго не приходится. Сами слышали. Поговорить по-человечески у соседей не получается. Приходится писать жалобы в полицию.